Всем ассаламу алейкум. Короче, я сейчас поженился, у меня в Москве. Это будет у меня... Очень давно влогов не было. Это будет у меня первый влог в буткеме. Так что перед началом видео поддержите меня лайком, комментарием и так далее. Если вам понравится, тоже напишите комментарии и так далее. Короче, сейчас я жду такси. Я сейчас нахожусь в аэропорту. Команда уже там. Я, как обычно, последний. Так что будет интересно, друзья. Такси себе заказал. Вот аэропорт. Домодедово. Так что, надеюсь, вам все слышно. Так что я через телефон снимаю это все, потому что вы попросили снять путкем и так далее. Через телефон я это все снимаю. Так что, если со звуком скажется и так далее, там что-то не так будет. Так что, не обессудьте. Так что, будет интересно. Едем дальше. Всем ассаламу алейкум. Короче, я прибыл в буткем. Мы находимся сейчас в буткем. Уже квартира все есть. Двухэтажная, очень большая квартира. Я некоторые комнаты и так далее вам покажу на этом буткеме. Так что вчера не получилось там типа снять разный контент и так далее, потому что вчера все уставшие были из-за дороги, из-за самолета. А сегодня сейчас сниму у нас. Так, сегодня у нас есть какие-то съемки для организации. Давайте я сейчас вам покажу пацанов и так далее. Короче, поехали. Ассаламу алейкум, вот Али тоже приехал. Все, ребята тренируются. Че, как там? Вика тоже нормально тренируется, короче. Пацаны. Нормально тоже капитан. Мешает играть. Тренируйтесь, пацаны, вам это надо. Не мешает играть. Ты дурак играешь, да? Помню, что ты играешь? Это FIFA. Да, короче. Вот Заяц тоже. Уйгур. В Инстаграме сидит. Наш повар. Как зовут, брат? Представься. Эван. Эван? Эван. Эван. Готовит нам еду. Американская. Вот тоже из Медики. Как тебя зовут? Ой, слушай, меня Федор зовут. Федор. Из Медики, да, ты? Из Медики. Давай мы привет Руслану передадим. Руслану? Да, давай Руслану. Давай привет передай. Русланчик Бегулатов, дорогой мой. Привет тебе, самый пламенный. Руслан, привет. Никогда не думал, что здесь окажусь, Рус. Но... Всяко, тоже из Медведки. Как тебя зовут? Саша. Саша, ты сейчас нас будешь снимать, да? Да, будем вас снимать. Потом короче, будет красивая картиночка. Да, это наша кухня, мы тут все собрались. Короче, для тактики. Это что за лого, кто угадает, короче? Может, подарок там, напишите в комментариях. Тумсу, Тумсу MVP. Короче, пока вот так, друзья, пацаны тренируются, посмотрим дальше, что и как, покажу вам, что мы будем делать и так далее, короче, пока не будем мешать пацанам. Друзья, хочу показать вам комнату, Тумсу и мою. Самую бомбу. Да, короче. Коврик для намаза тоже есть, машалла, машалла, сабр написано. Это твоя, да? Ага. Короче, самую бомбу комнату взяли себе. Такие дела, короче. Сейчас нас будут снимать, то должны зайти с камерами. Как это кто-то? Это что с кошкой? Ай, Магомед Гутиев, Бекхан Шамсаев. Спасибо большое. Спасибо кому? Мельгейцу. У нас съемки продолжаются. Тикток снимаем, да? Тикток снимаем. Короче, Зармаро, друзья. Для Mind Games контент снимаем. Так что еще пару чего-нибудь вещей покажу вам. Спасибо кому? Mind Games. Съемки продолжаются. Контент. Спасибо Mind Games. Mind Games. Давай! Это Тумсу PES игра. PES это, да, Мерс? Да. Это PES? Реклама для PES. Я не выигрываю. Ты выигрываешь, Бека? Маша! Спасибо, кому, Бека? Бенге. Только не говори, сколько они тебе заплатили. Я в этом? Сейчас, покажи результат. Сахарник, дай камеру, камеру. Чё скажешь, пару слов? Зажимщики побеждают, дотянешь. Чего говорили? Чего сказать?
перед началом тебя выиграю. Алло. Чья сила, да, блин? Алло. Сейчас, что сказать? Покажи результат. Победа, это за нами. Найц. Да, Халя, ты старайся в одном положении телефон держать, не перекидывай его вверх, вниз, потому что раз фокус будет. Сейчас оттягиваю. То есть, да, нормально, но только помни это положение. Скажи, Зайц, умные слова. Умеешь? Запись ты поставил. Умею, умею. Не умею, умеешь. Сколько средняя длина на катке? Что, начинается, он выиграет. Так, запись идет. Как сюда? Да, вверх вытяни. Вот. Давай. Это держи. Убери куда-нибудь. Карманы или там, не знаю, куда хочешь. Чтобы не видно было, да? Да. Бесполезно. Все, давайте. Все окей, садись. Надеюсь, вопросы не будут сложными. Вопросы легкие. Любые вопросы, может, я готов к вам. Главное, не забыть их. Перестрелка. Три на три места? Да. Может, амбар соберем? Он на втором? Да. Он под своего дает. Чек, меня этот, маяк чекает. Хотя он спрыгнет вчера. Маяк сидит до сих пор? Да, сидит. За бортом уже сидит. Мэр, сможешь писи там попробуешь к нему залезть? Он вроде чекает. Только не рискуй, не рискуй. Нулевый, нулевый. Он спрыгнул с двушки у меня. С амбаром. Сзади полигон за ящиком, чел. Он спрыгнул у меня, я ему хрю. Нокнул, пошли пушить. Там второй. Меня пушит один, слышите? На углу, Мэр. Ног. Дармару помогает? Полигон последний. Где? Полигон? Где-то полигон был, да. Где он был? Где-то полигон был, не знаю, где именно. Он, возможно, убегает. Корейцы у меня хп убегает, нет. У меня хп нет. У меня на углу. Справа, крови. У меня. Нулевый, парни, полностью. Хорош. Наказали. Алле, хватит кушать. Играй. Тебя убили, да, Алле? Не, он не убил его, он специально вышел, чтобы покушать, докончить. Да. Чуть-чуть докушал, парни. Играет и кушает. Салам алейкум, доброе утро всем. Сегодня, короче, будем смотреть лигу. Пацаны готовы болеть. Вместе за кого сегодня? Я на ноунейм. А ты? Не за кого. Не за кого. Алло, ты за кого? За всех. За всех. Короче, пацаны собрались. Сегодня новый день. А ты за кого болеешь? Это наш повар. А кто играет? Понятно, принял. Короче, вот такие дела. Тумсон наверху, Зармар по своим делам уехал. Так что, друзья, это влог, можно сказать, заканчивается. У нас там этот последний материал. Если получится, иншаллах, дальше буду, может, снимать, буду влог и так далее. Через завтра, 11 числа, я не знаю, когда я это видео выложу, 11 числа мы должны играть, так что болейте за нас, переживайте. Спасибо всем, кто ставил лайки, поддерживали и так далее. Короче, я этот влог снимал для того, чтобы вам показать, как мы тут встретились, там, что их показать, команду показать и так далее. Как-никак я для вас старался, поэтому думаю, вам все это понравилось, так что, как обычно, кто не с нами, тот и с нами. Вот тактику тоже обучаем, короче, я их учу всему. Такие дела, друзья. Увидимся. Спасибо, это MindGames.